Атырауские полицейские получили новые автомобили. Автопарк местной полиции пополнился 37 авто для различных целей. Профинансировал покупку областной акимат. Вручение ключей приурочено к акции МВД «Герой нашего времени», проводимой в эти дни в Атырауской области. Правопорядок на первом месте. Именно так можно охарактеризовать внимание местных властей к оснащению правоохранительных органов. Департамент внутренних дел области на сегодняшний день на 100% укомплектован всей необходимой техникой. Хотелось бы от лица всех ветеранов поблагодарить местные власти за такую поддержку наших ребят в техническом плане. От того, насколько полицейские оснащены оборудованием, зависит и качество несения ими службы, уровень порядка на наших улицах. И с такой поддержкой, я уверен, все будет хорошо. Вручение ключей приурочили к акции «Герой нашего времени», которая проводится в регионе. Сюда приехали 15 полицейских, совершивших героические поступки со всего Казахстана. Они встречаются с общественностью, коллегами по службе и молодежью региона. По словам организаторов, акция носит огромный патриотический и воспитательный смысл. Обычно люди в погонах становятся героями посмертно. Мы же хотим другого. Необходимо, чтобы таких людей чествовали при жизни. И таких в наших рядах немало. На сегодняшний день полиция региона не испытывает никаких проблем с оснащенностью как автомобилями, так и оборудованием, позволяющим оперативно и качественно выполнять возложенные на нас задачи. Только с начала этого года автопарк местной полицейской службы пополнился на 137 новых автомобилей. Тогда тут Тимур Сулангазиев, Амантай Матенов, Атырау, Хабар 24. Студенческий